Halt! What? This is the tomb of the great lord Gwyn. Tarnished, it shall not be by the feet of... Это я с Гвином буду драться? What foolishness! Why trespasseth upon the great lord's tomb, whilst thou art a disciple of the dark sun? Лёлькек. Mark the words of mine self. Гвиндолин. Гвиндолин это кто? Это сын Гвина? Thou shalt not go unpunished. Или дочь. Голос не могу разобрать, это мужской или женский. Это что-то напоминает DS3 начало. Музыка. Интересно, интересное начало. Мне, кстати, реально запомнилась Фрида из DS3. Саундтрек и сам босс-файт — это, наверное, все-таки лучший босс-файт вообще ever. Я должен ее догонять, но... тут какая-то хитрость. Этот коридор выглядит бесконечным. Тут что-то не так. Тут что-то не так, мне кажется. Она будет отдаляться от меня каждый раз. Разве нет? А не? Лол. Так просто? Так просто? У меня 20 фласок, дура. Ты собралась победить 20 фласок? Ты, наверное, не совсем понимаешь. Плюс пиздячка. Челечка, ты не выиграешь. Ладно, беру свои слова назад. Maybe выиграешь. Надо антимагию надеть какую-то. Лол, что за... По крайней мере, я могу защищаться. А вот это пидорасы разрабы. Ну, если они пидорасы, то я тут при чем? То есть, эта штука не пробивает стену. А большая штука пробивает стену. А, собственно, а логика... А логики... А ее нет. А забейте. На логику можете забить. Блять, чё? Меня запермостанило. Окей, интересно. Мне нужен щит здесь, это понятно, но у меня нет щита. На! Мне надо сделать 5 ударов, 5 ударов. Это не так сложно. Правильно? Ой, блядь, 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 блядь. Я хотел голову почесать, я был занят. Это нечестно. Вот это вот самая сложная атака, я не знаю, как ее доджить. Вот эта атака, я не понимаю, что делать. Как ее прододжить? Тем более, я в пермостан хожу. Почему-то я защиту не получаю. Вроде наделал сет от магии, но я не получаю защиту. Это магия? Это магия вроде. А где защита от магии? Антихайп. Я и есть антихайп, если чё. Сама моя сущность. Бля, из-за тебя умер. Это ты виноват, что я умер. Так, что за босс? Я думал, он проще будет. Пиздец. Стрелы — это изи. Большой снаряд — это изи. Вот это вот самое сложное. Я не знаю, как это доджить. Я не понимаю. Когда я должен перекат нажимать? Неужели только прятаться за колонной? Походу, только прятаться за колонной, но это пиздец. Прятаться за колоннами придется. Я не могу задоджить магическую атаку, она читовая, она имбалансная. Он ее запускает в большинстве случаев. А не, лол. Как понять, какую он из них запускает? Большую или маленькую? Ну, блядь! Я отвлекаюсь, я разговариваю. Ой, бля. Да! Я не могу понять, что он сейчас делает. Стрелы я не могу заметить.
Тяжело заметить. Вот так-то окей, лучше. Окей, надо просто по диагонали бежать. Ты сейчас воюешь с верхней частью Алдрика Пожирателя Богов и Дэстру. Черный жижа черк с луком, барожим стрел, спелым ядмом, который тоже был в Анаконде. Что происходит? Это не доджится. Да ты чё, пидорас ебаный, хуесос, блять. Лол, а... Ну это без щита не проходится нормально. Серьезно. Без щита это хуево проходится вообще. Вот так-то лучше. Все. Сперва принцы-близнецы, а теперь принц стран. На! Два удара! Слабость к всяким гомопринцам. Два удара это было изи, не почувствовал. Так, дышим. Стрелы. Стрелы? Ну что, сука? Ууу, бля, опять два удара сделал! Выносливость решает этот файт. Один удар остался. Надо сосредоточиться. Мне сейчас везет просто на атаки. Атаки легкие. Стрелы! Все, нахуй! Нахуй пошел! Ха! Повезло! На лаке! Тупо на лаке. Тупо на лаке. Нужные атаки просто прокнули. Стрелы — это самая легкая атака. Воу, кайф. Закидал трупами на лаке. Не почувствовал, как говорится.